Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Лето. Франт Бенсон. 1890 год. Холст масла 127/101. Франт Бенсон принадлежал к числу тех западных живописцев, которые, получив художественное образование в Европе, стали впоследствии создателями американского импрессионизма. Он начал занятия в училище Бостонского музея и продолжил их в Париже у Гюстава Буланже и Жюля Жозефа Лефевра. Импрессионизм стал ярко выраженной реакцией на консервативную академическую живопись. Представители этого течения разработали новые методы и технику, призванную разрушить оковы устаревших предрассудков в понимании красоты. Картина «Лето» символизирует рождение стиля в искусстве, ознаменовавшего свежий взгляд на мировой эстетический опыт и открывшего новые художественные средства. Используя излюбленную голубовато-сиреневую гамму, Бенсон написал богиню, облаченную в легкие задрапированные одежды. Она изящным движением руки оживляет и заставляет расцветать некогда бесплодные земли. Эфемерность образа подчеркивает сама эскизная манера, построенная на технике открытого мазка. Художник неровным пульсирующим ритмом намечает контуры и объемы, создавая ощущение вибрирующего воздуха. Ну вот такое описание к работе «Лето» Франка Бенсона, 1890 год, я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.